если они будут норму воды употреблять, мне кажется, если подумать, как врач. Объясню. Объясню. Человек, который мало пьет воду, он очень сильно зашлакован. И чтобы эти шлаки не отравили его, они начинают откладываться в подкожные клетчатки. Когда человек начинает пить больше воды, в первую очередь вода начинает вымывать этот мусор оттуда. И поэтому появляются отеки. Надо продолжать пить воду, и это все выведется. Поэтому здесь опасения надо убрать. Я в своей практике пациентов с сердечной недостаточностью, с отеками, у которых по протоколу нужно было назначать мочегонные, я просто с их согласия убирал мочегонные и давал нашу воду, но концентрированную. Концентрированный один саше где-то на 700 миллилитров воды и аж 500. И за буквально 10-12 дней все отеки ушли. То есть, получается, не надо уменьшать объем воды, они дальше продолжают его пить, только в конце. Да, да.